Если будут приходить, прямо отправляйте, направляйте, здесь будут и специалисты сидеть, и мы будем по графику принимать. От образования до здравоохранения. В новой приемной готовы выслушать граждан по любому вопросу. В самом оживленном районе города общественную площадку открыли для объединения усилий единомышленников в решении проблем как района, так и в целом города. Здесь еще очень большое количество именно людей с активной жизненной позицией. Те, которые интересуются жизнью города, те, которые имеют какие-то предложения в части благоустройства, что непосредственно потом будет входить и выливаться в бюджете города. Обустройство спортивных и детских площадок, ремонт дворовых территорий проездов, а также обрезка деревьев. Благоустройство – одно из основных направлений деятельности площадки. Но спектр задач огромный. В первый же день работы приемной барнаульцы стали активно обращаться с разными вопросами. Так, по просьбе пенсионеров, здесь организовали курсы компьютерной грамотности для пожилых. Научились печатать, включать, выключать компьютер, пользоваться интернетом. А глубины знаний нет. И точно так же мы не можем зайти ни на какие там, допустим, госуслуги или проголосовать за эти территории. Мы хотим это сделать, но не умеем, не получается. Здесь будут проходить не только приемы граждан с их обращениями, с их проблемами. Здесь будут проходить различные мероприятия и просветительского характера, и мероприятия общественного характера. Поэтому это точка притяжения, где люди могут приходить со своими идеями, со своими предложениями, со своими проблемами. Они обязательно будут услышаны. Новый пункт разместился по адресу улицы Георгиева, 12. Принимать граждан будут по будням с 9 до 18 часов. София Ценко, «День с толком».